Мы должны забрать прелесть. Они украли ее у нас. Гадкие, мелкие хобецы. Зло, предательство, фальшь. Нет, нет, мой хозяин. Да, прелесть, фальшь. Нас ждет коварство, обман, ложь. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. А у тебя нет друзей. Тебя никто не любит. На наших же исторических территориях создается враждебная нам антироссия. Что ты сказал? Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Ты лгун. И вор. Где бы ты был без меня? Это был я. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Убирайся. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты. Убийца.